Продолжаем шуруповинное встряхивание. Действие, вот оно направлено. Поворот вверх. Ладонь все время поворачивается вверх. И в зависимости от поворота корпуса, либо мы сбиваем в эту сторону, либо мы слезаем в эту сторону. Движение всегда к себе локоть. То есть, если это защитное действие при атаке, либо применимое при подходе, оно будет вот отсюда. Раз. Я не пытаюсь сдвинуть, напоминаю, это срезание с одной и с другой стороны. К себе, к себе, к себе, к себе. То же самое в пустых руках. То, что мы наблюдаем в карате. Рука отсюда поворачивается. Отсюда поворачивается. Как базовый формат в карате, это раз, либо два. Нет, мы делаем по-другому. Слезли. Срезали. Журавлиный поворот, неважно, может быть раскрытая ладонь, может быть закрытая. Удар кулаком. Вот. Вот. То есть, если мы говорим близко к боксу, пока мы будем вот так размахиваться, ломать ему руки, ни хрена не получится. Поэтому вот. И срезаем. То же самое ножом, когда мы... Независимо от уровня, даже если ниже. Работай. Вот. 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 И смещаемся, 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 смещаемся. Вот. Вот. И постоянно смещаемся. Вот. То же самое в атаке. Когда мы атакуем, либо я выкидываю руку, превентивно режу с этой стороны, либо вспарываю с этой. Как только я руку убрал, раз, спарывание. Но обязательно чуть-чуть в сторону. То есть это не скольжение по поверхности. Сейчас результативное действие. Вот. Вот. Либо по голове, либо по шее. Вариант двоечки, которую желательно, чтобы вы использовали. Опять же, есть рука, которая нам мешает. Не кидайтесь на нее. Обоюдка, тупо. Поэтому варианты считайте. Раз. Раз. Два, точнее. Три. И четыре. Четыре варианта входа. Бам, 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 бам. Все это в динамике. Есть. Четыре. Пять. Два. Три. Три.